Сегодня на центральной площади Ульяновска прошло открытие регионального этапа чемпионата среди ульяновских вузов. Команды Госуниверситета, Института авиации, Сельхозакадемии и Технического университета выяснят, кто из них больше других готов к труду и обороне. Соборная площадь сегодня оправдала данное ей недавно название. Команды ГТО крупнейших вузов Ульяновска, гости из спортивных федераций, горожане всех возрастов на праздничном открытии собрались все. Это федеральный проект, он проводится в 60, более чем в 65 регионах России. И одна из центральных площадей, так скажем, этого регионального этапа именно в Ульяновской области, в городе Ульяновск, в связи с тем, что здесь проходит такой большой форум «Россия – спортивная держава». То есть было решено совместить эти два мероприятия, и чтобы получился такой хороший достаточно праздник именно для студентов. Несмотря на это заявление, в предстартовой разминке приняли участие и старый млад. Награждения начались еще до начала стартов. Золотые значки ГТО получили сдавшие нормы лучше других. Для меня спорт – это жизнь. Я очень стремилась к золотому значку. Я шла 2 года. Были проблемы, я много тренировалась. Также я стою в политехе, в легкоатлетической сборной. Постоянно участвую во всех эстафетах. Но это, я считаю, что это статус по жизни. Сегодня состязаются только 2 вуза – Сельхозакадемия и УИГА. Состязания пройдут в 2 этапа. На каждый отведен целый день. Будущие учителя, инженеры и студенты классического вуза выяснят отношения завтра. Хочу выполнить на золото, потому что хочу, чтобы мой институт стал ведущим. Твой любимый. Ну, вообще, я занимаюсь борьбой и гиревым спортом. На площади нашлось место не только студентам-ГТОшникам. Девчонки играли в футбол, а ульяновские йоги учили собравшихся своему искусству. По итогам фестиваля лучшая команда поедет в Белгород на всероссийский этап соревнований в декабре. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.